мне еще со школы нравилось фотографировать, было интересно. Правда, тогда не было возможностей. Телефоны черно-белые там. Я помню, когда у меня появился первый цифровик, фотографировал птичек, цветочки. После того, как я ушел с учебы, бросил учебу, я пошел, купил фотоаппарат, то есть, и первые мои съемки проходили в клубах ночных, потом пошли вечеринки, также благотворительные фотосессии, то есть, и потихонечку перешел на свадьбу. Я люблю фотографировать молодые пары, свадьбы, то есть, ну, love story, предсвадебные съемки. Люблю фотографировать именно эмоции людей, как они любят друг друга, как они вот ухаживают друг за другом. Ну, для меня это главное, наверное.